Тем временем в Качковском районе после проверки мигрантов полицейские выявили несколько нарушений законодательства. Нашли наркотики, оружие, просроченные документы, рассказывает Яна Рагуля. Добрый день, участковый уполномоченный Марус Александр Юрьевич. Идет операция по экстремизму и терроризму, поэтому предоставьте, пожалуйста, свои документы. Эти два гражданина – жители Киргизии. В Россию приехали на заработки. У обоих с документами все в порядке. Илхамджон в Кочке приезжает каждый сезон. Говорит, законы знает и уважает. Я же давно здесь, даже почти 9-8 лет. Как нарушать? Мы же будем работать постоянно. Нельзя нарушать. Всего в Качковском районе живут 80 иностранцев. Полицейские проверяют не только дома, но и торговые точки, строительные площадки. Проверяем у них паспорта, прописку, если они работают, цель визита их. Если они работают, то значит трудовой договор. Если такового нет, трудового договора, соответственно, они привлекаются к административной ответственности. За нарушение миграционного закона грозит не только административная, но и уголовная ответственность. За время проведения операции качковские полицейские выявили 10 правонарушений. Двух человек выдворят за пределы Российской Федерации. Также в рамках проведения этих мероприятий нами было изъято 89 грамм марихуаны, выявлено 2 гладкоствольных оружия незаконно хранящихся, постановка на фиктивный регистрационный учет иностранных граждан, 2 преступления выявлено. Кроме того, в рамках операции сотрудники ГИБДД ежедневно проверяют транспортные средства, следующие транзитом через Качковский район. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС.